Госавтоинспекции Оршанского РОВД проводились целенаправленные рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением правил дорожного движения водителями автобусов, маршруток, автомобилей, такси. В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции проверяли техническое состояние транспортных средств, соответствующие документы. Сотрудники транспортной инспекции проверяли наличие документов, предусмотренных с их действующими нормативными документами. В ходе рейда сотрудниками госавтоинспекции выявлено одно транспортное средство, которое эксплуатировалось с техническими неисправностями, с которыми запрещено участие в дорожном движении. Соответственно, водитель будет привлечен к административной ответственности и должностное лицо, допустившее к участию данное транспортное средство в дорожном движении. Выявлены нарушения такие, как высадка пассажиров в неустановленных местах. Также выявлено нарушение проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил перевозки пассажиров. В рейде также приняли участие сотрудники транспортной инспекции. Сотрудники транспортной инспекции проверили наличие соответствующих счетчиков, тахографов, таксометров, наличие у них поверок. В ходе рейда в комплексе проверяется все соответствующие документы и приспособления, которые должны быть у перевозчиков. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф».